Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Китс. И сегодня мы поиграем с нашим любимым котиком Бубу. Бубу, что случилось? Ой, смотрите, ребята, на нашем котике какая-то странная сыпь. Что же произошло? Мне кажется, наш котик заболел. Давайте попробуем отправить его в больницу, ребята. О-о, кажется, у него температура. Бедный котик, смотрите, сколько на нем прыщей. Его знобит. Сейчас я померяю температуру. Открывай скорее ротик, Бубу. Ого, да у него жар, ребята. Сейчас немножечко его охладим. Вот, ему стало уже значительно легче. Лучше бы дать ему таблеток. Открывай скорее ротик. Вот так. Держи еще. Отлично, температуру мы снизили. Теперь попробую намазать ему вот эти жуткие прыщики. А вот здесь еще немножечко. Сюда нужно еще немного крема. Ну вот, вроде бы все проходит, ребята. Хотя еще немножко крема не помешает. А вот так и последний. Отлично, от прыщей не осталось и следа. Но у нашего котика красные глазки. Сейчас мы его вылечим. Бедный-бедный наш котик. Это ж надо было так простудиться. Вот только посмотрите, что у него с ушком, ребята. Какие бактерии опасные. Сейчас мы всех их уберем. Вот так. Отлично. Другое дело. Смотрите, котик уже улыбается и кажется, он готов идти домой. Ну что, Бубу, я рада, что ты выздоровел. Пойдем скорее в дом. Ой-ой-ой, вот это беспорядок. Давай-ка мы с тобой заглянем в туалет. Садись скорее вот сюда, на горшочек. Ты не хочешь? Тогда я тебя... Да что такое, ребята? А вот, ну наконец-то. Сейчас мы его искупаем, потому что после больницы он у нас очень грязный. А вот так. Кстати, ребята, а у вас есть настоящие живые котики дома? У кого есть, напишите, как их зовут. Вот нашего котика зовут Бубу. Прикольный рыжий котик. Кстати, мы всегда можем поменять ему шубку, сделать ее и белой, и рыжей, и даже розовой, и даже белой. Представляете? Это так прикольно. Так, что здесь у нас за беспорядок? Кто тут ел рыбку? Давай выбросим. Посмотрим сейчас, что тут у тебя есть вкусненького. Есть много фруктов, даже вкусный сырок. Ой, у нас открылся новый уровень, ребята. И еще есть мороженое. Но лучше нам купить в магазине и еще что-нибудь вкусненькое. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. У нас есть суп и макароны, картофель фри, сыр, курочка и пицца. А что у нас есть на вкусненького, на десерт? Вот такой черничный тортик. Я думаю, Бубу объестся просто. Ты не грусти. Сейчас я тебе дам что-нибудь вкусненькое. Например, погреем ему тарелочку супа, а потом мы отправим нашего котика на концерт, ребята, где выступают его друзья. Так что ты давай кушай, выберем тебе какой-нибудь классный наряд и отправимся гулять. Ой, ребята, котик совсем унылый, но я знаю, что с этим делать. Ведь у нас есть волшебные зелья, которые могут поднять настроение. Дам-ка я ему радужную бутылочку. Ну вот. От этой бутылочки у него стало отличное настроение, и он совсем не хочет спать. Да, ребята, а вы уже подписались на наш канал Ушастый Китс? Обязательно подписывайтесь. Мы с котиком Бубу всегда рады новым друзьям. А кто это нам звонит? Наверное, кто-то из новых подписчиков. Ну что ты там, Бубу? Пойдем скорее переодеваться. Ведь нас с тобой уже ждут на концерте. Что мы с тобой оденем? Ой, какой беспорядок у нас в доме. Ты чего, устал? Он решил помедитировать. Но он дает, ребята. Давай открывай шкаф. Выберем тебе что-нибудь прикольное. О, какая белая рубашка. Есть еще красная.
Или что-нибудь поярче. А хочешь, мы оденем тебе какой-нибудь костюм? Ведь все-таки мы идем на концерт. Сейчас посмотрим. А можно одеть ковбойский костюм, ребята. Или вот такой. Специальный классический костюмчик для котиков. А что тут у нас есть? Ну, это нам не подойдет. И это тоже, к сожалению. Оденем ему вот такую шляпку. Бубу, ты такой смешной. И сделаем ему сине-зеленые глаза. Ну как, вам понравился костюмчик котика Бубу? Если да, ставьте лайк. А мы с котиком отправляемся на концерт. Ну что, нужно поторопиться. А то можно и опоздать. Ой, смотрите, тут у нас сколько всего поспело. Черничка и яблочки. И даже капуста. Смотрите, полные грядки. А вот так мы все соберем и приготовим Бубу очень вкусный ужин. А давай я тебя перенесу. Так будет быстрее. Ой, Бубу, у тебя еще и груши поспели. Кстати, ребята, а вы любите кушать груши? Или вообще, какая у вас самая любимая ягода или фрукты? Так. А вот мы и пришли. Здесь, кстати, есть банк. Там Бубу обычно получает монетки. Супермаркет с продуктами нам тоже нужен купить что-нибудь вкусненькое к ужину. А теперь заглянем на концерт. Так, давай-ка посмотрим. Ой, нам туда нельзя. Это почему же? Сейчас мы попробуем все исправить, ребята. Может быть, у нас откроется? А вот так. Сейчас проверим. Пойдем-ка сходим и еще разок. Позволь, я тебе помогу, Бубу. Пронесу тебя на руках. Ну все, можешь слазить. Почти пришли. А вот здесь у нас, ребята, будет классный концерт. Сейчас проверим, кто выступает. А вот этот котик. Отлично. Заодно заработаем монеток на концерте. Прикольно. Ребята, а какой из этих четырех котиков вам нравится больше всего? Или, может быть, вам нравится котик Бубу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы слышали, как поет котик Бубу? Отлично! Ну вот и сходили мы на концерт. Самое время отправиться домой. Но перед этим заглянем-ка мы по магазинам. Вау, какой тут прикольный памятник для котиков. А это что у нас? Фейерверк? Прикольно. Ой, здесь продают кошачьи телефоны. Давайте купим какой-нибудь телефончик. Например, зеленый. Такого у нас еще не было. А какой у нас будет рингтон? И этот рингтон нам тоже вполне подходит. Теперь у котика Бубу зеленый телефон. Кстати, а какой из этих аппаратов вам нравится больше всего? Черный, белый, красный, синий, зеленый или розовый? Какой бы вы хотели для вашего котика? Напишите, пожалуйста, очень интересно. Давай-ка, Бубу, купим еще немножечко одежды и продуктов. Кстати, ребята, в сегодняшнем ролике вас ждет много-много приветиков. Но они чуточку позже. Давай тебе что-нибудь купим прикольное. А может быть, купим тебе вот такую прикольную рубашку? Гавайскую. Посмотрим, что подойдет под нее из головных уборов. А можно одеть вот такую повязку, например. Чего еще, бантик хочешь? Давай куплю тебе бантик. Поменяем цвет для нашего глаз, для нашего котика. Сделаем, можно взять ему карие глаза. Или даже вот такие лиловые двухцветные. Правда прикольные? Ну вот. И немножечко обновили его гардероб. Теперь купим продуктов на ужин. Смотрите, сколько тут много магазинов, ребята. Заглянем-ка в наш маркет. Ой, сколько здесь вкусняшек. Возьмем чай, кофе, фруктов. А возьмем немножечко овощей. А вот этот. Вау, и вкусные пончики. Я их очень люблю.
Ребята, а что из этих сладостей вы бы сами тоже скушали? Я, например, бы съела мороженое и много кексиков. О, такой с вишней тоже очень вкусный. Ну вот, купили продуктов, теперь пойдем немножечко погуляем. Там у нас больница, вроде бы котика нашего мы уже вылечили. Вау, а здесь, кажется, живут наши друзья. Давайте-ка навестим их. Ой, кошечка Мурка, смотрите, какая она симпатяшка. Любит заниматься спортом. Какой у нее красивый дом. А здесь что? Такая прикольная ванна, кухня. Что-то есть что-нибудь вкусненького? Вот такая кухня у нашей Мурки. Можно мячиком поиграть. Включить другую музыку. Вот такой дом у нашей Мурочки. Ну что, самое время отправиться в наш дом. Бубу, а давай-ка мы тебе купим новую мебель. Давно мы тебе не обновляли, например, гостиную. Начнем мы, пожалуй, с выбора обоев. Сделаем, может быть, что-нибудь поярче. Сейчас проверим, что тут у нас есть. А вот такие у нас есть обои. А давайте сделаем вот такие ярко-розовые. Сейчас проверим, какой нам пол подойдет. А вот такой. Повесим новые шторочки. Например, вот такие. В горошек, правда, прикольные? Вместо клубочка купим футбольный мяч. Купим новый диван. Можно такой розовый тоже купить. А подушки сделаем поярче. Что тут у нас есть? Ну, вот такие зелененькие, например. Отлично. В постели новый ковер. Тоже можем сделать зеленого цвета. Купим новую картинку с рыбкой. Так, ребята, можем купить и новую рыбку. Можем сделать новое окошко. Поменять, например, столик. И наша комната готова. Ну вот, смотрите, как радуется Бубу новому ремонту. А вы делаете ремонт у вашего котика? Кто делает, напишите в комментариях цифру 5, друзья. И обязательно подпишитесь на наш канал Пушастик Kids. Смотрите, как здорово. Бубу, а давай-ка с тобой покрутим колесо фортуны. Интересно, что же нам попадется сегодня, друзья? Вау, вау, вау. Кажется, это мое любимое зелье, которое поднимает нашему котику настроение. Отлично. Эта бутылочка нам очень пригодится. Обновим водичку рыбки. Эй, ты куда? Я думала, она сейчас упадет, ребята. Ну, вроде все обошлось. А хочешь, поиграем немножечко в мяч? Бубу, скоро к нам придут друзья в гости. Может быть, мы приготовим для них чего-нибудь вкусненькое? Например, твой фирменный пирожок. Давай готовить. Для этого достанем посуду. А вот так. Смешаем все ингредиенты, ребята. Я думаю, у нас должно получиться что-то очень вкусненькое. Вкусный-вкусный пирожок. Кстати, а ваш котик Бубу любит готовить? Мой обожает. Сейчас я все перемешаю. Вот так. Неплохо, ребята. Надо еще немножечко взбить. А вот так взбиваем, взбиваем, взбиваем. Готово. Можно запекать. Смотрите, какая красивая, симпатичная булочка. Ненадолго отправим ее с котиком в духовку. Ой, кажется, он ее съел. Бубу, ну ты чего? А чем же мы накормим наших гостей? Давайте купим какую-нибудь яркую праздничную скатерть. Например, вот такую, ярко-зеленую. Можем даже немножечко обновить кухню. И купим новый холодильник для нашего котика. Вот такой. Еще можно поменять коврик, сделать его рыжим. Ну вот, такая у нас получилась новая кухня. Ой, кажется, у нас сломался кран. Ну-ка, отойди, давай-ка починим. Ну вот, другое дело, ребята.
Пойдем немножко поиграем в комнате. А пока наш Бубу веселится, я передам приветы для наших дорогих подписчиков. И первый привет у меня получает Вика Эдварская. Большой-большой тебе приветик, Вика. Вероника Васильевич получает огромный привет. Настюша Белугина, Кристина Муратова, Маша Заворуева, Саша Рыбакова получает огромный-огромный привет. Настюша Кочетова, Алина Доценко. Также привет для Вики и Жасмин Колдовых. Большой-большой вам приветик, девчонки. Спасибо, что вы с нами. Леша Головачев и Валя Горовенко. Юлечка Мальцева получает огромный привет. А также Христина Головацка, Марьяна Козлова, Ксюша Николаевна. Большой тебе пушистенький приветик. Лена Редькина, Эльза Ахматова, Катюша Юрасова, Лена Менщикова, Лиза Романова, Настюша Устенкова, Варвара Смирнова, Катюша Заявок, Людмила Житких, Полина Воробьева, Милана Пьюшевич, Лера Виль и Полиночка Баранова. Всем вам, друзья, огромнейший привет! Спасибо большое, что вы с нами. Ребята, вы это видели? Пока я тут с вами болтала, с котиком Бубу случилась беда. Пойдем скорее в больницу. А пока я лечу котика, ребята, вы можете написать ваше имя и фамилию и получить привет в новой серии. Давайте сделаем рентген и вылечим нашего котика. Вот так. Другое дело. Ой. Смотрите-ка. Сейчас мы все исправим. А вот так. И наш котик совершенно здоров. Можно отправляться погулять. Немножко винтика, но мы его скоро снимем. Ребята, на этом у меня все. С вами был канал Ушастик Kids. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео самыми первыми. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.